Сургутском районе мужчину госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию. Молодой человек обратился в районную поликлинику городского поселения Белый Яр с признаками простуды. Пару дней назад пациент вернулся из Вьетнама. Это страна, в которой уже завезена инфекция. По данным на 3 марта, там с начала наблюдений было выявлено 16 инфицированных. Поэтому медики Сургутского района действовали в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Вход пациентов в медицинское учреждение ограничили. Вот написано все. В связи с ЧП. Там мужчина с Вьетнама типа приехал, и там у него что-то симптомы какие-то появились. Поэтому нас подержали там. И сейчас провели дезинфекцию. И вроде пока, если симптомы проявятся и там анализы у него возьмут. Пришел один больной с подозрением на коронавирус. Ничего, забрали его и все. Данные всех посетителей и персонала переписали и установили за ними двухнедельные наблюдения. Жителя Белого Яра, отдохнувшего во Вьетнаме, госпитализировали в инфекционное отделение Сургутской окружной клинической больницы. Там у него возьмут анализы и отправят на экспертизу в НПО «Вектор» в Новосибирск. Это единственное место в стране, где могут подтвердить или опровергнуть подозрения на коронавирус. На данный момент поликлиника Белого Яра после дезинфекции работает в штатном режиме. Согласно алгоритму, мы отработали план наших действий. Пациента осмотрели, оказали ему необходимую помощь, госпитализировали в инфекционное отделение Сургутской окружной клинической больницы, собрали информацию о всех находившихся в данный момент в этом учреждении, то есть контактных лицах. После осмотра врачом-инфекционистом, терапевтами пациенты и проведения первичной дезинфекции, пациенты были отпущены на дом, и за ними установлено 14-дневное наблюдение.